Am I, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Шалом, Хаварим, мир вам, друзья. Я рад быть с вами этим прекрасным утром. И сегодня я хочу говорить и молиться с вами об обмане, о том, чтобы мы с вами, друзья, стояли в истине, противостоял лжи врага Божьей истиной. Я думаю, что для нас с вами далеко не секрет, что за каждой ложью кто-то стоит. Этого кто-то в Евангелии от Иоанна апостол называет дьяволом, который есть отцом лжи. Свою ложь дьявол начал в Эдемском саду. Он поставил под сомнение слова Всевышнего, общаясь с Евой. Книга Берешит или Бытие, 3 глава, 1 стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Интересный текст, который показывает, что в своем обмане дьявол, он не придумал никаких-то новых идей, он не предложил каких-то новых интересных форматов, он просто поставил под сомнение слова Всевышнего. Но человека, друзья, я скажу, что не всегда так просто отвратить от истины. Для того, чтобы упростить себе задачу и совершить эту ложь, дьявол, он очень часто предлагает что-то взамен. И уже в том же тексте, но в 4-5 стихе мы считаем. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Враг предложил Еве стать как боги. И уже, чтобы человек сам определял, что является добром, а что является злом. Если мы, друзья, посмотрим, то в этой ситуации что он сделал? Он перевел взгляд человека с Божьей истины на что-то другое. И он действует таким образом всегда. Он пытается предложить нам поступать сообразно наших личных каких-то убеждений, которые, на наш взгляд, являются оптимальными на данное время. Очень часто, к сожалению, эти наши личные убеждения как раз и являются тем выбором – добра или зла. Если мы посмотрим внимательно вокруг себя, то мы увидим, что в наше время об экономических потрясениях, о болезнях говорят гораздо больше, чем о самом Боге и Его воле. Еще вчера мы с вами взывали ей «Гряди, Господь», а уже сегодня многие из нас находятся в страхе, что же будет впереди. Сегодня враг человеческих душ, дьявол, он хочет увести человеческий взор от Бога и направить его на обстоятельства, которые окружают нас с вами. Друзья, но у нас есть истина. Истина, которая делает нас смелыми. Истина, которая делает нас уверенными в будущем. Истина, которая делает нас непоколебимыми во всех обстоятельствах. В послании к евреям, в 12 главе, в 1-3 стихе написано: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иешуа, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим». Друзья, три условия. Мы видим в этом тексте три условия.
Во-первых, как и прежде, как и во все дни, нам надо свергнуть себя, запинающий нас грех. Если ты хочешь быть непоколебим в истине, стоять в истине, то ты должен оставить то, что тебя в ней колебает. Этим колебанием является грех. Этот грех, он делает человека уязвимым и ставит его на шаткое основание. И нам надо этот грех оставить, друзья. Следующий момент, условие – это терпение. Нам необходимо терпение. И во все времена нашей жизни, проводя нас в каких-то личных ситуациях, через тяжелые моменты, он формирует в нас терпение. Сейчас он формирует терпение у людей всего мира. Как мы проходим эти обстоятельства? Имеем ли мы терпение? Имеем ли мы упование на Бога? Но самый главный момент, друзья, это взирать. Взирать на Бога, взирать на Его истину, взирать на того, кто сказал и утвердил слово, и это слово «Дай аминь». И только взирая на начальника и совершителя нашей веры, мы можем совершить наш путь, мы можем устоять в вере, мы можем быть непоколебимы, мы можем быть смелы, потому что мы знаем, что наш Спаситель жив. Мы знаем, что Он показал нам пример терпения, и тогда мы будем непоколебимы, и, как написано, наши души, они никогда не ослабеют. И сегодня, друзья, каждый из нас, он идет свое поприще. Мы идем свой путь. Помимо общих проблем, у нас у каждого есть какие-то личные свои переживания, какие-то личные свои обстоятельства. Чтобы нам не ослабеть, нам нужен ориентир. Этим ориентиром является Иешуа Машиах. Этим ориентиром не может являться этот мир. Этим ориентиром не может являться проблемы этого мира. Потому что этот мир сгорит. Все, что на нем сгорит, друзья, наши души не ослабеют, когда мы будем стоять в вере и будем взирать на нашего Господа. Истина в отношении верующих в Иешуа Машиаха, она говорит следующее. Это слова, которые провозгласил сам Машиах. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27-28 стих. «Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Если Иешуа Машиах, твой Господь, друг мой, никто не похитит тебя из его руки». И я хочу молиться, чтобы наш фокус, фокус детей Божьих, он был направлен на Иешуа Мессию. Чтобы нас фокус не захватывали новости, чтобы нас фокус не захватывали никакие информации, чтобы всегда, во всех ситуациях, мы шли этот путь в терпении, взирая на начальника и совершителя нашей веры. Так мы, друзья, никогда не ослабеем. Авину Малкейну, Отец наш и Царь, Боже, я благодарю Тебя за Слово Твое, за истину Твою. Боже, истина Твоя, она делает нас непоколебимыми. Истина Твоя делает нас смелыми. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты, Машиах, показал нам пример своей жизнью, своим путем, который Ты совершил на этой земле, своей Божьей смертью и воскресением Ты сделал нас смелыми. Боже, и взирая на Тебя, каждый из нас, мы можем пройти любые обстоятельства. Бог мой, я прошу Тебя, чтобы Ты утвердил каждого человека в его обстоятельствах, чтобы Ты, Боже, помог противостать страху и утвердил в истине. И пусть Твоя благодать, она поможет всем нам совершить это. Бешем Иешуа Машиахейну. Аминь.